Вы знаете, я вообще все организации, которые создавал Якименко или имел к ним отношение, организациями не назвал. То, что людей собирают административным ресурсом со всех вузов и ПТУ страны, свозят куда-то на площадь, за это ставят им зачет и отгул, это не называется общественная деятельность и организация. Я абсолютно не сомневаюсь, что власть способна действительно собрать толпу, парад, митинг на улице. Если они хотят нам это доказать, то да, вы способны это сделать. У вас много бюджетников, у вас есть армия, у вас есть те, кто не может не пойти. У меня моя мама работает в техникуме. Всех скинхедов там постоянно возили на все акции Якименко, идущих нахер там. И потом он еще создавал несколько проектов, которые точно так же стаскивали людей. Если это, эту импотенцию называть, что у нас общественное движение, ну хорошо, пусть создает еще. Но это вот для меня это не движение. Я не сомневаюсь, что власть своим административным ресурсом может собрать людей. А в чем идея вот этого всего? В том, чтобы поддерживать Путина? Так он и так пока не падает вроде. Его поддерживает ОМОН каждый день на улицах. Собирайте ОМОН тогда. И все, и пусть он ходит с плакатами за Путина. Вот. Он не просто ходит, он еще и дерется за него постоянно. Поэтому что же здесь собирать-то? Зачем вам молодые прыщавые скинхеды?